Ну, то есть ты посмотришь видос, поймешь, типа, у них там полный рок. Привет, меня зовут Женя, и я вас сегодня познакомлю с производством Mervin. Компания Mervin – единственное производство, которое даже в самые сложные экономические времена не перевозило свое производство из США в другую страну, как делали многие компании до этого. Главной фишкой компании Mervin – это первое – это ее экологичность. Компания борется за сохранение окружающей среды и в начиная от погрузчиков, которые ездят по складам у них, заканчивая самим финальным производством доски, догонки ее, везде соблюдается экологичность. Например, погрузчики у них ездят на биодизеле, электричество они берут от ветряков и гидроэлектростанций, а не от атомных электростанций, как делается это во всем мире. Экстренное включение. Мы врываемся в зиму с серии обзоров на компанию Mervin. В них мы подробно расскажем вам про их технологии, научим отличать прогиб кембера от ротера, поможем разобраться в геометрии досок, и вы узнаете, из чего делаются сердечники и как устроены канты. Но это еще не все. Мы готовы разыграть одну из досок фабрики Mervin, а именно доску GNU модель Money. Ссылка будет в описании. Это главный приз. А также мы подарим 3 сертификата на скидку в 10 тысяч рублей на любую из новой коллекции фирмы Liptech или GNU. Условия максимально простые. У нас будет 6 видео про доски Mervin. Вы их максимально лайкайте, комментите эти видосы, подписывайтесь на наш канал. И когда эти видео в сумме собирают 30 тысяч просмотров, а это стоимость той самой доски, которую мы разыграем, мы рандомно из одного из этих видео выбираем победителя, и он получает заветный приз – новую досочку GNU модель Money. Ну и 3 утешительных приза – сертификаты по 10 тысяч на любую из досок нового сезона Liptech или GNU. Также разыграем рандомно из одного из видосов. Смотрите сквот. Удачи! Весь пластик, который они используют в своем производстве, сделан из переработанного пластика. Опилки, которые они получают в ходе производства, они используют для выращивания собственных лесов для своих будущих досок. Чем знаменита еще компания Mervin? Mervin – это доски Leap Technologies, доски GNU, крепления Bent Metal и доски крепления Roxy. Первым и, наверное, главным прорывом их в сноубордостроении это была их собственная запатентованная технология Original Banana. Это специальный прогиб, разработанный Майком Олсоном и Питом Саари. Вторая отличительная часть компании Mervin – это их технология неровного канта Magnetraction, так называемая технология зубчатого ножа для стейков. Все крышки сноубордов изготовлены не из пластика, как это принято, а сделаны из эко-сублимированных кастровых бобов. Итак, я вас познакомил с компанией Mervin, и в следующих видосах мы подробнее узнаем про их прогибы, канты и сердечники.